Друзья, с вами СтивПро, и сегодня я покажу вам несколько новостей о Майнкрафте Pocket Edition 0.15.0. Наверное, уже многие заметили, что давно не было новостей на эту тему. Ну вот я собрал несколько скриншотов, на которых мы сможем узнать о том, что нам добавит в скором давлении. Ну что ж, первый пост это от Джейсона, который прислал вот такой удивительный скриншот, на котором мы можем видеть два новых предмета. Во-первых, это огненный шарик, друзья. Вот он, фаербол. И яйцо призыва лошади. Вот такой маленький край, можно сказать, мы можем заметить от нашего призыва лошади. Да. Но мы идем дальше. Дальше, опять же, новость от Джейсона. И он говорит, что картинка может сказать больше, чем чьи-то слова. Ну и здесь мы видим, что нам добавили бирку, друзья, с помощью которой сможем называть наших животных без всяких наковален. Ну, дальше идет новость от Томаса, который сообщает, что он смог добиться сделать высоту в 391 блок. Но для этого ему понадобилось 16 гигабайт оперативной памяти. Друзья, у вас есть столько оперативной памяти? Конечно, я не думаю, что у вас есть столько оперативной памяти. Но Томас сообщил, что, конечно, высота мира будет 256 блоков. Никаких 400 блоков не будет. Дальше опять же идет новость от Джейсона, который сообщает, что... Который пишет, друзья, иди за мной туда, куда я пойду. Ну и на картинке мы видим, что нам добавили поводок. И вправду, картина может сказать больше, чем чьи-то слова. Ну и последняя новость опять же от Джейсона, который прислал нам 4 скриншота. На первом скриншоте мы видим, как он кормит свинью, после чего на ней одето седло, и после чего он катается на этой свинюхе с помощью удочки с морковкой. Ну и потом он уходит в главное меню, где мы можем увидеть, друзья, версию 0.15.0. И можем увидеть новое достижение Ride the Pig, что означает катание на свиньях. Ну и мы можем сделать вывод, что катание на свиньях было официально добавлено. И все это мы будем ждать в официальной версии Майнкрафта 0.15.0. Ну и перед тем, как закончить видео, я, конечно, вам рекомендую подписаться на мою группу канала ВКонтакте. В группе уже 1000 друзья, подписчиков или участников, могу назвать так. И если каких-то новостей, модов и шейдеров нет на канале, то все эти, можно сказать, текстуры, моды и также новости вы можете найти там. Поэтому, конечно, подписывайтесь на эту группу. И группа, конечно, будет в описании. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также и в группу, друзья.